Так, вот рыжики. Полным ходом уже вторую неделю пошли, и их тут довольно много. Вот такие вот красавцы в лесу. Прямо сейчас. Рыжик. Значит, было много сомневающихся в отношении рыжиков прямо сейчас. Но вот еще раз одно видео, уже 2 недели прошло. Полно рыжика. Как видите, совершенно спокойно растет. И паутинники я вон вижу. В общем, грибы есть. Это еще паутинники. Рыжики буквально повсюду, причем такой свежести, только-только пошли они в этом месте. Ну, старые есть, но не так много, а это просто песня. Классика Заилийского Алатау, паутинник. Вот видите, у него паутинки. Еще один вид паутинника. Вот. Хоть и белых грибов у нас нет, но такая прелесть есть. Паутиночки тоже пошли. Не так много, как рыжиков, но тоже есть. Можно уже идти собирать грибы. Грибной сезон в Заилийском Алатау в разгаре. Лесные грибы прут. Сейчас вот рыжики. Паутинники порадовали. Рюкзачок собрал. Иду домой. Все близко, рядом с городом.